Мои видео о самых красивых женщинах Советского Союза и их дочерях вызвали много неоднозначных откликов. Были обвинения в том, что я намеренно выставила дочерей в неприглядном ракурсе. Такой цели я не преследовала. Я решила немного изменить подачу своих видеороликов о легендарных актрисах и моделях всего мира. И в этом видео я проведу сравнение между американской супермоделью Синди Кроуфорд и ее дочерью Каей. Если вам интересна эта тема, то посмотрите это видео. Если нет, то пропустите его. Секс-символ 90-х Синди Кроуфорд, разменяв шестой десяток, все так же великолепно. Более того, считаю, что с возрастом она приобрела особый шарм. У нее не было звездных родителей, которые могли бы обеспечить ей легкий путь к Олимпу. Но судьба наградила ее красотой, умом и упорством. Синди закончила школу на отлично, затем изучала химические технологии в университете и даже получала стипендию, но бросила учебу, чтобы заняться модельным бизнесом. В настоящее время она проживает в Малибу со своим супругом Рэнди. У Синди двое детей, дочь Кая и сын Пресли. Оба пошли по ее стопам и работают в модельном бизнесе. Кая очень похожа на свою мать. До сих пор не утихают споры о том, кто красивее, мать или дочь. Я же сразу выскажу свое мнение. Для меня Синди красивее. И считаю, что Кая не сможет повторить успех своей матери, хоть перед ней и открыты все двери. Предлагаю посмотреть фото матери и дочки в одном и том же возрасте. История Синди – это история Золушки, а Кая уже родилась принцессой. Могла бы она войти в модельный бизнес, если бы не ее мать? Считаю, что нет. А вот что говорит о дочери Синди кастинг-директор Джеймс Скалли. Кая очень красивая, но наш бизнес сегодня не воспринимает такую красоту. Не будь она дочкой Синди, никто бы ее и не заметил. Я с ним абсолютно согласна. Что думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ну и далее я прилагаю фотографии Синди и ее дочери в разных возрастных категориях.